Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 9. Старинная задача. Нагруженные осел и мул идут очень медленно. Осел жалуется на непосильную ношу, а мул отвечает: «Что ты жалуешься? Если я возьму один твой мешок, то моя ноша станет 2 раза тяжелее твоей, а если ты возьмешь один мой мешок, то наши ноши будут равны, поскольку мешков несли осел и мул». Так как если мул возьмет один мешок у осла, то его ноша станет в 2 раза тяжелее. А если осел возьмет один мешок у мула, то ноши будут равны. Значит, у мула на 2 мешка больше, чем у осла. Пусть у мула 3 мешка, а у осла 1 мешок. Проверяем. 3 прибавить 1 будет равно 4. 1 минус 1 будет 0. 4 разделить на 0 делить на 0 нельзя. Пусть у мула 5 мешков, а у осла 3 мешка. Проверим. 5 прибавить 1 разделить на 3 минус 1. Получится 6 деленное на 2. 3 же не подходит. Пусть у мула 7 мешков, а у осла 5 мешков. Проверяем. 7 плюс 1 получится 8, а 5 минус 1 получится 4. Получается, что в 2 раза ноша у мула тяжелее. Поэтому 5 плюс 1 равно 7 минус 1. 6 равно 6. Если осел возьмет мешок у мула, то ноша будет равна. Пусть у мула 9 мешков, а у осла 7 мешков. Тогда 9 плюс 1 разделить на 7 минус 1 будет равно 10 деленное на 6. Это не подходит. Значит, осел нес 5 мешков, а мул нес 7 мешков. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.